Добрый день, дорогие друзья! Вы смотрите канал X-State. Сегодня мы рассмотрим с вами 60 интересных фактов о грибах. Поставьте лайк этому видео до начала просмотра и подпишитесь на канал, если вы здесь впервые. Буду благодарен. Возьмите себе что-то вкусное и пойдемте за грибами. Ой, то есть поехали! Факт номер один. Все грибы активно впитывают различные вещества, в том числе и вредные из почвы. Поэтому из-за загрязнения окружающей среды, некоторые из них за последние полвека перешли из разряда съедобных в разряд несъедобных или условно съедобных. Факт номер два. Основная часть любого гриба скрыта под землей. То, что мы видим на поверхности, это лишь органы размножения этих организмов. Факт номер три. Грибы занимают промежуточное положение между животными и растениями, поэтому ученые выделяют их в отдельное царство. Факт номер четыре. Любые съедобные грибы очень питательны. Но человеческий организм усваивает лишь 10-15% от содержащихся в них полезных веществ. Чтобы усвоить больше, нужно готовить их таким образом, чтобы разрушить стенки клеток гриба. Самый простой способ – перемолоть их в блендере и приготовить грибной суп. Факт номер пять. Во многих странах дикорастущие грибы собирать не принято. А вот в России и некоторых других странах бывшего Союза их поиск в окрестных лесах очень популярен. Факт номер шесть. Лишайники представляют собой симбиотическое соединение грибов, водорослей и бактерий. Они способны расти даже в Антарктиде. Факт номер семь. Грибные споры переносятся ветрами на значительные расстояния. Они способны без вреда для себя переносить экстремально низкие температуры и выдерживать интенсивную солнечную радиацию. Их удавалось обнаружить в атмосфере на высоте до 30 километров, и они были полностью жизнеспособны. Факт номер восемь. Среди грибов встречаются много симбионтов, которые сосуществуют совместно с деревьями во взаимной пользе, например, подберезовики. Но есть и грибы-паразиты, растущие на деревьях и других растениях. Если вы хотите знать больше фактов про деревья, на канале выходило видео на эту тему. Подсказка на него всплыла прямо сейчас в правом верхнем углу. Посмотрите, если вам будет интересно. Факт номер девять. По одному из старых русских поверий, за грибами нужно отправляться в лес исключительно босиком, иначе найти удастся лишь старые и червивые грибы. Факт номер десять. Некоторые виды грибов растут только на пнях или мертвой древесине, например, многочисленные опята. Факт номер одиннадцать. Ядовитые грибы иногда мимикрируют под съедобные. Их обычно называют ложными, например, ложный белый гриб или ложный опенок. Факт номер 12. Самый желанный для многих грибников добычей является боровик или попросту белый гриб. Он может вырастать до солидных размеров, имея шляпку диаметром до 50 сантиметров. Факт номер 13. Произрастающая в России бледная поганка, родственная мухоморам, смертельно ядовита. По ряду признаков она вообще является самым ядовитым грибом в мире. Факт номер 14. Вопреки названию, далеко не все виды сыроежек съедобны. Некоторые из них отличаются горьким вкусом, а другие и вовсе ядовиты. Факт номер 15. Сейчас учеными изучено и описано около 100 тысяч видов грибов. По самым скромным оценкам, их на Земле около 250 тысяч видов, а по самым оптимистичным – около 1,5 миллиона видов. Факт номер 16.
Грибы являются неотъемлемой частью всех наземных и водных экосистем на нашей планете. Факт номер 17. Многие их виды, особенно тропические, в ходе эволюционных процессов приспособились к пассивной охоте на насекомых. Факт номер 18. Не все ядовитые грибы можно увидеть невооруженным взглядом. Некоторые их микроскопические виды поражают продукты и вырабатывают в них токсины, и поедание такого продукта может привести к летальному исходу. Факт номер 19. Большинство видов грибов способно и к вегетативному, и к половому, и к бесполому размножению. Факт номер 20. Среди лисичек нет ядовитых видов, однако есть похожие на них поганки, ядовитые и потому опасные, в частности, амфалоты. Факт номер 21. Судя по всему, первые грибы появились на планете около 400 миллионов лет назад, то есть задолго до того, как появились первые динозавры. Факт номер 22. Грибы выжили даже в Чернобыле, недалеко от четвертого энергоблока после печально известной катастрофы. Радиация не сумела их убить. Факт номер 23. Как и люди, грибы загорают. Под воздействием солнечного света в них вырабатывается витамин D, поэтому шляпка, например, боровика, может быть как светло-коричневой, так и очень темной, цвета горького шоколада. Факт номер 24. В России встречается гриб плазмодий, интересный тем, что он единственный в своем роде. Он способен передвигаться. Внешне он напоминает студенистую массу. Движется он очень медленно, но за неделю вполне способен пересечь небольшую поляну. Факт номер 25. Мухоморы играют важную роль в экосистеме. Ими питаются многие виды животных, например, олени и лоси. Факт номер 27. Свое название мухоморы получили не просто так. В прошлом их использовали для борьбы с мухами, и в природе взрослые мухоморы тоже поглощают этих насекомых. У взрослого мухомора шляпка становится вогнутой, в ней собирается вода, и в нее выделяются химические вещества. Муха, привлеченная запахом и напившаяся этой воды, падает в нее же и тонет, после чего мухомор медленно ее поглощает. Факт номер 28. Гриб кордицепс уникален по многим параметрам. Его споры, проникая в тело насекомого, влияют на его поведение и фактически превращают в зомби, заставляя отправиться туда, куда нужно, на поиски благоприятных условий. Когда подходящее для развития гриба место будет найдено, тело насекомого превратится в пищу для прорастающих из него спор. Факт номер 29. Самыми дорогими грибами в мире являются трюфели. Стоимость 1 килограмма достигает нескольких тысяч евро. Ищут их на природе с помощью свиней, которые чуют трюфели даже под землей. Искусственно их тоже выращивают, но такие трюфели стоят дешевле. Факт номер 30. В заполярном регионе Чукотки исследователи обнаружили несколько наскальных рисунков грибов, оставленных первобытными людьми. При этом грибы в Заполярье вообще не растут. Там для них слишком холодно. Факт номер 31. У большинства видов этих организмов на воду приходится до 90% массы, а то и больше. Факт номер 32. Шляпки есть лишь у примерно 7000 видов грибов. Остальные шляпок не имеют и выглядят совсем иначе. А многих из них без микроскопа разглядеть вообще невозможно. Факт номер 33. Большую часть съедобных видов грибов до сих пор невозможно выращивать искусственно, хотя шампиньоны, опята и некоторые грузди успешно выращиваются на огромных предприятиях. Факт номер 34. Число спор, которые грибы выбрасывают в воздух для размножения, невероятно огромно.
К примеру, самый обыкновенный шампиньон выпускает до 30-40 миллионов спор, каждый из которых имеет шанс прорасти. Факт номер 35. Несмотря на свою мягкость, грибы удивительно сильны. Они способны разрушить даже бетон и асфальт, пробиваясь к поверхности земли. Факт номер 36. Грибница некоторых видов грибов светится в темноте. Причем наблюдать это можно даже в России, к примеру, грибница осенних видов в темноте светится слабым светом. Факт номер 37. Скорость, с которой выстреливаются грибные споры, поражает воображение. Их скорость в 2000 раз больше перегрузки смертельной для подавляющего большинства людей. Факт номер 38. Грибы-трутовики, паразитирующие на деревьях, могут жить по 50-60 лет, порой вырастая до огромных размеров. Рекордный по размерам экземпляр имел массу под 500 килограмм. Но если погибает дерево, погибает и гриб-паразит. Факт номер 39. Скорость роста подземной части организма, то есть грибницы, обычно невелика. За год она разрастается в среднем на 10-12 сантиметров. Факт номер 40. Крупнейшим живым организмом на Земле является гриб под названием гигант из Орегона. Это чудовищно разросшаяся грибница темного опенка, расположенная в Северной Америке, в США. Ее возраст оценивается в 2400 лет, и она занимает площадь 880 тысяч гектаров. Эта грибница убивает все деревья вокруг, опутывая их корни и лишая доступа к питательным веществам. По массовой гибели деревьев ее и удалось обнаружить. Факт номер 41. Самый быстро растущий гриб на Земле – обыкновенная веселка. Всего за 2 минуты веселка способна вырасти на целый сантиметр, и за этим процессом можно наблюдать, просто стоя рядом. В России веселки тоже встречаются, но не так часто. Факт номер 42. Некоторые виды грибниц охотятся на подземных червей. Если червь пробирается под землей и коснется ее, то он к ней попросту прилипнет, после чего грибница опутает его и переварит. Факт номер 43. Рекордсменом по числу выбрасываемых в воздух при созревании спор является обыкновенный гриб-дождевик. Число спор доходит до 7 триллионов, что примерно в 1000 раз больше численности всего человечества. Факт номер 44. В тундре грибы бывают выше, чем деревья, просто потому, что деревья там растут исключительно карликовые, и их высота исчисляется сантиметрами, а не метрами. Тундровые деревья, строго говоря, относятся к кустарникам и вырастают обычно всего на 2-4 сантиметра в высоту. Факт номер 45. Сушеные, съедобные грибы при правильном хранении способны сохранять питательные вещества и вкусовые качества на протяжении нескольких лет. Факт номер 46. Из более чем 140 видов грибов, содержащих различные психоактивные вещества, более сотни произрастает лишь в Южной Америке. Местные шаманы в прошлом использовали некоторые из них в своих ритуалах. Факт номер 47. Пенициллин, ставший настоящим прорывом в медицине, был впервые выделен из плесневых грибов вида Penicillium rubens. Факт номер 48. Дрожжи, используемые в самых разных областях кулинарии, тоже представляют собой колонии микроскопических грибов. Факт номер 49. По способу питания грибы ближе к животным, чем к растениям, несмотря на то, что у них нет желудка. Они не способны к фотосинтезу, в них нет хлорофилла, и питаются они уже только готовыми к употреблению органическими веществами. Факт номер 50. Многие грызуны охотно едят грибы как просто в качестве пищи, так и с лечебными целями. Обыкновенные белки в средней полосе России поедают несколько десятков их видов. Факт номер 51.
Ученые установили, что около 300 миллионов лет назад на Земле росли грибы, достигавшие высоты 8-10 метров. Причем произрастали они в основном на Ближнем Востоке в регионах, которые сейчас являются очень засушливыми. Факт номер 52. На банкноте в 50 новозеландских долларов можно увидеть удивительные небесно-голубые грибы, растущие в этой стране и открытые лишь в 2002 году. Факт номер 53. В Европе произрастает около 5000 видов грибов, из которых 150 относятся к ядовитым, но лишь несколько из них являются смертельно ядовитыми. Факт номер 54. Многие съедобные грибы опасны в сыром виде, так как они содержат гемолизины – вещества, разрушающие кровь. Но так как их готовят, подвергая термической обработке, они становятся пригодными в пищу. Факт номер 55. Более половины всех грибов в мире выращиваются в Китае. Основным грибом там является шиитаке, который с древних времен пользуется популярностью у китайцев и японцев. Позднее шиитаке распространились по всему миру. Факт номер 56. Любимые в средней полосе России розовые волнушки и сыроежки считают ядовитыми немцы. Французы опасаются употреблять в пищу опенок и те же сыроежки. Итальянцы считают, что ядовиты маслята. Даже благородный белый гриб попал под подозрение у европейцев. Например, в Швейцарии их белые грибы рискуют собирать. Факт номер 57. У грибов есть давление. Оно называется тургорное давление, благодаря ему гриб не теряет форму. Факт номер 58. Сколько грибов в мире известно, но далеко не все они изучены. Факт номер 59. Сигара дьявола – этот гриб, так назвали не только из-за внешнего сходства с сигарой. Когда грибница раскрывается, чтобы выпустить споры, раздается свистящий звук. Факт номер 60. В продолжение к факту о трюфелях добавлю, что среди трюфелей есть абсолютный чемпион. Однажды белый трюфель был продан на торгах за 300 тысяч долларов. Пишите в комментариях, любите ли вы собирать грибы, а может быть вы любите их готовить? Какой гриб вам больше всего нравится? А мне было приятно делать это видео для вас. Посмотрите и другие видео в плейлистах на канале. Поставьте большой палец вверх этому видео и подпишитесь на канал, если до сих пор не подписаны. Пойду читать ваши комментарии и общаться с вами. До новых встреч. Пока!